Вот этот шахматный магазин существует, по-моему, с самого начала этого турнира. Я имею в виду 11-й год. С каждым днем здесь увеличивается количество досок, книг, шахматные атрибутики, справочников. Мурадик, давай пока, а то люди тут. Снимают с камеры. Доброе утро. Утро доброе. Какие шахматные часы. Вот какие-то. Только стрельни. Вот такая вот шахматная книжная. Хотел сказать лавка, но как же вы сидите, интересно? Откуда? Москва. Все москвичи. Я думал, откуда-нибудь из братских республик, так сели на корточках. По одному теперь отойдите. Я тогда все чуть-чуть. Я сам думал, чтобы дату увидеть. По 100 рублей. В школе не разрешили. Ну это до 15, за 15 минут до начала турнир. Народу еще немного. Так, сегодня последний тур детского чемпионата. Ой, извините, детского турнира, который проводится в рамках Москвы. Иду на 4-й этаж. Там самые маленькие. Из них Юнов Тимур, 4-летний шахматист. Ну и, конечно, чемпион мира, Европы, России, Южного федерального округа. Илья Маковей. Вот пойду. Вот он такой. Тут ажиотаж. Ага, их сюда не пускают. Разрешите? Я вчера искал, я не видел видео.